Аркадий Аверченко «Корни в земле» Читает Геннадий Постригайло Толстый человек, отдуваясь и тяжело дыша, утирал громадный лбище громадным клетчатым платком и, делая после каждого слова антракт, в виде глубокой передышки говорил. — Это как же будет топерча? — А что? — недоуменно поднял я голову. Значит, это выходит, что жить не по-хорошему надо, не в браке, а в разврате, да? В гнусности, да? Именно. Раз свадьбы не сделаешь, так и что же оно выйдет? Ясное дело. Какой свадьбы? Какая бывает между двумя? Которыми? Ну, вообще. — Барышня, скажем, и кавалер. — Ну? — Между ими, говорю. — Так кто же им мешает жениться? — Без свадьбы-то. — Со свадьбой. Толстяк охнул и, как кит, выпустил из ноздри струю воздуха, поколебавшую гордину на окне. — А где же ты, скажите на милость, свадьбу теперь увидите? — А что, пост? — Тоже вы скажете, пост. Пост — дело проходящее, пост ни при чем. — А что непроходящее? — Читали, что всякое питье хотят уничтожить. — Читал, прекрасная мысль. — Умники вы, новомодные танцоры, шаркуны, трамблям! Вот ты выдумываете Бог знает что. — Однако при чем тут свадьба? — О, Господи ж! Да какая ж христианская душа без выпивки свадьбу справит? Ведь куры ж засмеют, господи, господи! — Какой вздор! Обряд брагосочетания не требует выпивки. — Так-с, вы по-умному все, по-балетному рассуждаете. — А дозвольте вас спросить, вернувшись. — Что такое вернувшись? — Вернувшись с этого бракосочетания, как вы выражаетесь, что они должны делать? — Молодые? — да И молодые, и старые. Чай пить? Это на свадьбе-то? Да пригласи меня, человек, на такую свадьбу, я и ему, и его невесте всю прическу чаем ошпарю. — Пусть не приглашает. — Это меня-то? Дядю-то? А кто его после такого поступка лечить будет? — Однако согласитесь сами, что таким образом для вашего племянника создается безвыходное положение. — То есть для племянницы? — и верно, что безвыходная. Где уж тут замуж выходить при этом самом? Позор один, смехота. Не понимаю, почему. Будто все дело выпивки. Ну вот и говори с ним. Свадьба это или нет? Свадьба? Музыка должна быть. Туши она должна играть. Так под какой же дьявол она будет играть туши ежели выпить нечего за мое то здоровье за дядюшкина должны пить или может скажете не должны за молодых должны пить или не должны и керосин пить будут клюквенный сироп молодым должны кричать горько или не должны а где ж тут горько от чего от моржовой воды? Что это за моржовая вода? Лечебная, с пузыречками, орел на этикетке. Боржом? А это все едино, пить я его не буду. Ну и что же? Так вот, при таких обстоятельствах, я вас спрашиваю, что это получится, свадьба или похороны? Чем молодые потом такой день вспомнят? да и теперь и похороны тоже доведись на меня никогда бы при таких делах не похоронился похоронят и спрашивать не будут ну, разве что а только бы вот уж всякий на таких похоронах скажет собаки собачья смерть и действительно он всплакнул в платок высморкался и обратил на меня маленькие покрасневшие глаза Простите вы меня, сырой я. Так вот вам какие похороны. Певчие без водки злые, как собаки, Петь будут безо всякой чувствительности. Поминальщики за блинами, за пирогами Не заплачут, как раньше, А еще по трезвому делу так ругнут, Так обложат покойничка, Что он, как шашлык на шампуре, Завертится в гробу. А детки? Детки, эти ангелочки малые. Он снова полузаплакал в платок, полувысморкался. — Детки, — говорю я вам, — так некрещенными им, значит, и ходить, ни нашим, ни вашим, да? — Ну уж, Кристины, простите. — Нет уж, это вы мне простите. Не желаю я вам прощать, лучше уж вы мне простите. Это какие же такие крестины должны получиться, когда за здоровье младенца, за его иную мамоньку и за крестных так уж и не выпьет никто? Это вы как понимаете? Да ведь после таких крестин младенец и лапки кверху задерет. Я засмеялся. Выживет. Выживет. А почему выживет? Да потому что лучше пусть некрещенным бегает, чем Очевидно, глаза его устроились в свое время на сыром болотистом месте. При легоньком нажатии платка в этих двух кочках проступала обильная вода. Высморкавшись особенно щеголевато и громко, он сказал с грустной мечтательностью. — Ну, конечно, что же это за жизнь? так и будут ходить ни крещеные, ни венчанные, ни погребенные. И помирать скверно, и жить не сладко. И вдруг, вспомнив что-то, толстяк застонал с новой энергией. — А праздники, а Рождество и Пасха! Пришел ко мне, скажем, Семен Афанасьевич. Здрасте, здрасте понравилось ли вам за утреня? Пожалуйте к столу. Крякнет Семен Афанасьевич, потрет руки, пригладит усы, подойдет к столу, — он всхлипнул, — подойдет это он к столу, ветчина тут, поросеночек, колбаса жареная, птички разные разрумяненные. И что же, все это по столу стелится, все это низко, простите. А где же вершины духа человеческого? Где же эти пирамиды и обелиски, радующие взоры и уста? Как же может Семен Афанасьич съесть поросеночка? Как ему в глотку полезет жареная колбаса? Как у него подымется рука золотистенький грибок в рот отправить. Да не сделает же этого, Семен Афанасьич, не такое-то он человек. Выронит вилку, шваркнет хлебцем, уже заранее для первой рюмки приготовленным в поросенка, плюнет на стол и, и уйдет. Это Рождество, по-вашему, это Пасха! это колокольный звон или ваша трамблям? Нечистый возрадуется, и горько восплачем мы. Да я в такой праздник сейчас же работать, как в буденный день пойду. Знаете вы это? Что мне такой праздник? Да вам самим лучше меня занять работой в такой праздник а то ведь я на людей бросаться буду, кусаться буду, землю ногами рыть. Ведь раньше вы подумайте, что было». С утра собираешься, чтобы пить, потом пьешь, потом опохмеляешься, тошнит, значит, тебя, голова болит, а смотришь, день-то и прошел, а нынче что я буду делать? Пойду да Семену Афанасьевичу стекла и побью. А это зачем же? Удивился я такому странному заключению. А с досады. Двадцать лет мы с ним вместе пьем, так как это так вынести? Да уж, что там о праздниках говорить? О будни, а моя работа. Подрядом я занимаюсь. Как же я с нужным человеком дело сварганю? Как я его удоплетворю? Лимонным сиропом или голландским какавом? На голову он мне выльет сироп. Да ну вас! Вдруг махнул он рукой. Пойду. Доведете вы меня когда-нибудь до Кондрашки. Ушел, не забыв надавить красным платком свои водоточащие кочки. Вчера этот толстяк заявился ко мне, размахивая огромной простыней Петроградской газеты. — Сдаетесь? — улыбнулся я. — Это как же -с. А что же вы белым флагом размахались? Он был светел, сиял. — Нет, уж пусть кто другой сдается, а мы еще повоюем. — А с чего это вы так воссияли? — «А вот, видали?» — ткнул в газету пальцем, похожим на старую морковь. «Сказано, что в скором времени открывается продажа водки для технических целей». «Так ведь для технических же!» Он призадумался, немного обеспокоенный. — А это что ж, по-вашему, обозначает? — Значит, не для питья. А — -а, а куда же ее? Ну, там для научных препаратов, для парфюмерии, для лекарств. Толкуйте. Тогда бы о спирте говорилось, а тут ясно сказано — водка. Я не хотел сдаваться. Все-таки для технических целей сказано. Я еще понимаю, если бы продавали крепкие виноградные, тогда бы попались, батенька. Вот что дальше сказано будет допущена продажа крепких виноградных вин для технических целей. Какие же это, простите, технические цели для Модерцы, Такайского или Мартеля, три звездочки? Одна только техническая цель — купить бутылочку и высмоктать ее. Я смутился. Да, это что-то непонятное. Ну, впрочем, если сказано для технических целей, то, очевидно, зря никому из частных лиц продавать не будут. Он прищурился. Такс, а кому же будут? Ну, очевидно, техникам. Так, поздравляю вас. Захихикал он. Отныне, значит, вся Россия техниками обрастет. Каким образом? Для водки-то? Да для водки любой человек таким техником сделается, что только руками разведете. Ну, прощайте, бегу. Куда? А к другим техникам новость сообщить. Эй, Глаша, скажи технику Гавриле, чтоб подавал. Поеду к технику Семену Афанасьевичу. Спасибо, Глаша. Вот тебе на технику полтинник. Тайна зеленого сундука Рождественский рассказ. Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда госпожа Постулатова, сидя в будуаре, говорила гувернантке. — Никогда я не могла представить себе такого хорошего Рождества. Вы подумайте, напитков никаких нет, значит, останется больше денег, и мы не залезем в долги, как в прошлые праздники. Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда кухарка Постулатова, сидя в теплой кухне, говорила соседской горничной. Хорошее Рождество будет. Господа денег на пьянство не потратят, а сделают нам хорошие подарки. Славьте, Господи! Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда дети постулатовых, сидя в детской, тихо шептались друг с другом. — Нынче папа никакого вина и водок не может купить, значит, эти деньги, которые останутся, пойдут нам на елку. Хорошо, если бы елку закатили побольше, да и игрушек бы закатили побольше. Ветер выл, как тысячи бешеных собак, и метель кружилась в невероятной сшибательной пляске, когда глава дома постулатов сидел одиноко в темном кабинете в углу и, сверкая зелеными глазами, думал тяжелую мрачную думу. Страшен был вид постулатова. Нету нынче на праздниках никаких напитков, хорошо же, — думал он. Кухарку и гувернантку изругаю, жене изменю, а ребятишек всех перепарю. Раз уж скверно, так пусть всем будет скверно. Ветер за окном выл, как тысячи бешеных собак, да и метель держала себя не лучше. Дверь скрипнула, и в кабинет вошла жена. Ласково спросила. — А что ты тут сидишь в темноте, Алексашенька? — Черташенька я тебе, а не Алексашенька, — горько ответил муж. — Возьму вот и повешусь на дверях. — Господь с тобою, кажется, все хорошо, надвигаются праздники, и праздники такие хорошие будут, без неприятностей. Я с тобой хотела как раз поговорить о подарках кухарке и гувернантке. — Подарок? — заскрежетал зубами постулатов. — Кухарке? Купить ей в подарок железную кочергу, да и бить ее этой кочергой каждый день по морде. — Алексаша, такие выражения надо же выбирать. Не из чего, матушка, не из чего. Так что ж тебе кухарка плохого сделала? Да знаю я. Поймает крысу, да и врубит ее в котлеты, а в суп, наверное, плюет. А помнись, для чего я это делать? А я почем знаю? Развращенное воображение. А в чай, я уверен, мышьяк подсыпает. Зачем? Что из расчет? Ведь мужья денег стоит. Из подлости. А гувернантка, я знаю, она губит моих детей. Она их потихоньку учит курить. А старшенького подговаривала покуситься на мою жизнь. Для чего? Что, она после тебя наследство получит, что ли? Садизм, матушка. Просто хочет насладиться моими предсмертными мучениями. — Бог знает, что ты такое говоришь, — заплакала жена. — Но раз не хочешь делать им подарки, ну что ж делать, я из своих им куплю, из тех, что ты мне на расходы дашь. — Ничего я тебе на расходы не дам, не заслужила матушка, как жена ты ниже всякой критики. — Алексаша! — Чего там, Алексаша? Ты лучше расскажи, почему все наши дети на меня не похожи. — я все понимаю. Не будет им за это елки. — Какой позор! — воскликнула жена и, рыдая, выбежала из комнаты. — А ловко я ее допек, — подумал немного прояснившийся постулатов. — Теперь еще только выругать кухарку, перепороть детишек, и все будет как следует. И заворочились во тьме тяжелые ленивые мысли. — Жаль, что у меня детишки такие послушные, ни к чему не придерешься. Хорошо бы, если кто-нибудь разбил какую-нибудь вещь или насорил в комнате, или нагрубил мне. В кого не только удались паршивцы. У других, как у людей, ребенок и стакан разобьет, и кипятком из самовара руку обварит, и отца дураком обзовет, а у меня выродки какие-то. Вон, у Критюхиных сынишка в мать за обедом вилку бросил. Вот это ребенок, это темперамент. Да я бы из такого ребенка такой лучины нащипал бы, таких перьев надрал бы, что он потом за версту от меня удирал бы. Вот что я с ним под лицом сделал бы. От моих ни шерсти, ни молока. Сидят у себя они в детской тихонько, смирненько, не попрыгают в гостиной, не посмеются. Сердце его сжалось. — А почему они не прыгают? Почему не смеются? Ребенок должен вести себя сообразно возрасту. А если он сидит тихо, значит, он, паршивец, делает нечто противное своему возрасту а за это драть, неукоснительно драть. Я им покажу, как серьезничать. Он встал, сверкнул зелеными глазами и, крадучись, отправился в детскую. А за окном ветер и метель вели себя ниже всякой критики. — Вы чего тут сидите? — нахмурившись и обведя детей жестким взглядом, проворчал постулатов. — Мы ничего, папочка, мы сидим тихо. — Сидите тихо! Леденящий душу смех Постулатова прозвучал в детской, сливаясь с воем бури за окном. — А разве дети должны сидеть тихо? Детское это дело! Ну-ка сейчас же, чтобы резвиться, прыгать и смеяться! Ну? Детки заплакали, Простите, папочка, мы больше никогда не будем. — Что? Плакать? Немедленно же резвитесь, свиненки этакие. Ну ты, или смейся, или я с тебя три шкуры спущу. Я вам пропишу елку. Прижавшись друг к другу, забившись в угол, дети с ужасом глядели на искаженное лицо отца. — Ах так! — такое отношение? Не хотите веселиться? Ну так вы сейчас отведаете ремня. Эй, кто там? Где мой кожаный ремень? Агафья, Лизавета, подать ремень! Столпившись в дверях, все домочадцы с ужасом взирали на разъяренного хозяина. — Куда девался ремень? Агафья! — Не знаю, барин, я и то найти его не могу. Уж не в зеленом ли дедушкином сундуке? — Подальше дьяволы постарались засунуть. Прочь, я сам его найду. И ринулся постулатов в полутемный чулан, в котором стоял знаменитый дедушкин зеленый сундук. В каждом благоустроенном семействе имеется какой-нибудь баул, сундук или просто коробка, в которую годами складывается всякая дрянь. Сплющенная весенняя шляпка, два разрозненных тома нивы, испорченная мясорубка, засаленный галстук, бутылочки со старыми лекарствами, мужская сорочка с оторванными манжетами, пара граммофонных пластинок и изъеденная молью плюшевая кошка. На письменных столах и туалетах тоже стоят маленькие коробочки, в которых годами копятся шнурок от пенсне, полдесятка разнокалиберных пуговиц, поломанная запонка, английская булавка и позолоченная облезшая часовая цепочка. Зеленый сундук постулатовых отличался той же хаотичностью и разнообразием содержимого. Лихорадочно рылся разъяренный постулатов, отыскивая популярный в детской желтой кожаный ременец акваяжа, рылся, как вдруг рука его наткнулась на что-то стеклянное. — Дрянь какая-нибудь, пустая посуда! — подумал он и вытянул на свет божий одну бутылку, другую, третью. Оглядел их — и сердце его бешено заколотилось. В первых двух ярким топазом сверкнул французский коньяк, а в третьей тихо мелодично булькала при малейшем сотрясении настоящая смирновская водка. — Чудеса! Чудеса! — проворчал он дрогнувшим голосом и закричал. Э — -э, Лизочка! Э -э, Лиза! Иди сюда, голубушка! вошла заплаканная жена. — Лизочек, каким это образом в зеленом сундуке очутились коньяк и водка? Откуда это, милая? Жена наморщила лоб. — Действительно, как они попали в сундук? — Ах, да, это я весной засунула их сюда перед Пасхой. Ты тогда купил больше, чем нужно, а я сунула сюда подальше от тебя, да и забыла. — Постулатов подошел к жене, нагнулся близко к ее лицу. — А чьи это глазки? — глизины? А зачем они заплаканы? — Потому что один дурачок ее обидел. — А если дурачок их поцелует, они будут веселее. — Барин, — сказала входя Агафья, — вот и ремень, он за шкафом был. — — Нацепи его себе на нос, — засмеялся Постулатов. — Послушай, Агафьюшка, ты, кажется, гусей хорошо жаришь. Так вот и жарь к Рождеству. А потом я давно хотел тебя спросить, что ты такое кладешь в пирожки с ливером, что они так вкусно пахнут? Молодец ты у меня, Агафьища, замечательная баба. Можешь взять для своего мужа мой старый синий пиджак. Я его носить не буду. Пошел в детскую легким танцующим шагом. — Марья Николаевна, я доволен вашими занятиями с детьми и хотел бы чем-нибудь... Ну, впрочем, это уже дело жены. — А вы что, архаровцы, приумолкли? Чего ждете? — Сечься ждем, — покорно вздохнул самый маленький и заплакал. — И с чего захотели? А чего бы вы больше хотели бы, сечься или елку? С решительностью чужды всяких колебаний и сомнений все сразу определили свой вкус. — Елку! — Елку! — Да будет так! — мелодично засмеялся отец, целуя младшего. — Кося, заведи граммофон! Тысячи собак за окном улеглись спать под ровное белое покрывало. Тысячами бриллиантов горела пелена снегов под кротким тихим светом луны. Завтра веселый сочельник. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение. состязание. Если кому-нибудь из вас случится попасть на финляндское побережье Балтийского моря и набрести на деревушку Мери фины финны думают, что это город, то вы никогда не упоминайте моего имени. К имени Аркадия Верченко жители этой деревушки, города, отнесутся без должного уважения, а, пожалуй, даже и выругаются. Спорный вопрос, деревушка, Меликярви или город, я уверен, всегда будет решен в мою пользу. У финов мания величия. Для них изготовить из деревушки город ничего не стоит. Способ изготовления прост. Они протягивают между домами Ленсмана и пастора телефонную проволоку, и тогда все место, где проделана эта немудрая штука, называется городом а сама проволока телефонной сетью. С такой же простотой, совершенно непонятной для русского человека, устраиваются и общественные библиотеки. Дачник, гуляя по полю, дочитывает книгу и пару газет, которые были у него в кармане. Дочитав, он по своему обыкновению и лени, чтобы не таскаться с двойным грузом книга в руках и книга в голове, бросает книгу и газеты на землю и уходит домой. Наброшенные дачником драгоценности набредают финны. Сейчас же закипает работа. Вокруг книги и газет возводятся стены, сверху покрывают крышей, сбоку над дверьми пишут «Общественная библиотека города деревушки Мерикерви», и в ближайшее воскресенье все население уже дымит трубками в этом странном учреждении. Первое время я совершенно не знал о существовании мире керви, так как жил в тридцати верстах от него в деревушке куумяках. Мы жили вдвоем я и моя маленькая яхта, на которой я изредка совершал небольшие прогулки. Через три дня после моего приезда в Кумяки я узнал, что неисправимые финны назвали сходни, около которых стояла яхта яхт-клубом, а меня президентом клуба. Сначала я хотел отказаться от этого почетного звания совершенно мною незаслуженного, но потом решил, что если проволока у них называется сетью, то почему я, скромный писатель, не могу быть президентом? Как бы то ни было, но слава о Коумякском яхт-клубе и обо мне, как его президенте, разлетелась далеко по окрестностям и долетела до злополучного Мерикярви. — Я не чувствую себя ни в чем виноватым, — начали ведь первые они. Однажды я получил такую бумагу на печатном бланке, «Мерикервинское общество спорта и содействия физическому здоровью господину президенту Куомякского яхт-клуба Аркадию Аверченко». «Милостивый государь, для поощрения и развития морского спорта Мерикервинское общество предлагает вашему яхт-клубу устроить парусные гонки на скорость, избрав конечным пунктом гонок наш город Мерикерви» для поощрения и соревнования господ гонщиков, названное Мерикервинское общество, со своей стороны предлагает назначить призы. Первому пришедшему к нашей пристани почетный кубок и золотой жетон, второму и третьему почетные дипломы. Гонки в ближайшее воскресенье в два часа дня от отправного пункта. О согласии благоволите уведомить. С почтением председатель Мутанин. Я сейчас же сел и написал ответ. Комякский яхт-клуб господину президенту Меликервинского общества спорта и содействия физическому здоровью Мутанину. Милостивый государь. Комякский яхт-клуб, обсудив в экстренном заседании ваше предложение, благодарит вас за него и принимает его единогласно принося также благодарность за назначение вами поощрительных призов, имею честь сообщить, что гонки от отправного пункта будут начаты в ближайшее воскресенье в два часа дня. С почтением, главный президент Аркадий Аверченко. Наступило ближайшее воскресенье. Я спокойно позавтракал, около двух часов оделся, сел в свою яхточку и, распустив паруса, не спеша двинулся к загадочному незнакомому мне городу Мирикярви. Это было очень милое тихое плавание. Так как торопиться было некуда, я весело посвистывал, покуривал сигару и размышлял о величии Творца и разумном устройстве всего сущего. Встретив рыбачью лодку, я окликнул ее и спросил рыбаков, далеко ли еще до города Милекерви. Риско, ответили мне добрые люди, ве или риверсты. Фины удивительный народ. В обычной своей жизни они очень честны и с поразительным уважением относятся к чужой собственности но стоит только финлянцу заговорить по-русски, как он обязательно утащит от каждого слова по букве. Спросите его, зачем она ему понадобилась. Возвратив трем словам три ограбленные у них буквы, я легко мог выяснить, что до Мерикерви близко две или три версты. Действительно, минут через десять у берега вырисовалась громадная гранитная скала, за ней длинный песчаный берег, а еще дальше группа домишек и маленькая пристань, усеянная народом и украшенная триумфальной аркой из зелени. Я бросился к парусам, направил яхту прямо к пристани, повернулся боком, и через минуту десятки рук уже подбрасывали меня на воздух. Дамы осыпали меня цветами. Сами по себе финлянцы очень флегматичны и медлительны. Но между ними затесалось несколько петербургских золотушных дачников, которые шумели, производили кавардак и этим подстегивали миликервинских исконных граждан. «Ура!» — ревели десятки глоток. «Да здравствует Аверченко, первый яхтсмен и победитель! Ура!» Сердце мое дрожало от восторга и гордости. Я чувствовал себя героем, голова моя инстинктивно поднималась выше, и глаза блистали. «О, моя бедная далекая матушка, почему ты не здесь?» Отчего бы тебе не полюбоваться на триумф любимого сына, которого наконец-то оценила холодная равнодушная толпа? а остальные далеко еще? — спросил меня, когда в восторге немного поутихли один дачник. — А я не знаю права, — чистосердечно ответил я. — Я никого и не видел. — Ура! — грянули голоса с удвоенным восторгом. Одна девушка поднесла мне букет роз и застенчиво спросила. — Вы, вероятно, неслись стрелой? — — О, нет, сударыня, я ехал себе потихоньку, не спеша. Никто не хотел верить. — Дадим ему сейчас приз, — предложил экспансивный дачник. — Чего там ждать других? Когда-то еще они приедут. Я попытался слабо протестовать. Я указывал на то, что такая преждевременность противна спортивным законам. Восторженная толпа не хотела меня слушать дайте ему сейчас жетон и кубок! — ревела чья-то здоровая глотка. — Дайте ему! Давайте качать его! В то же время все поглядывали на море и, не видя на горизонте и признака других яхт, приходили все в больший и больший восторг. Я, наоборот, стал чувствовать некоторое беспокойство и, потоптавшись на месте, отозвал председателя Мутанена в сторону. — Слушайте, — робко прошептал я, — мне бы нужно домой вернуться. Некоторые делишки есть, хозяйство, знаете... — Нет! — крикнул председатель, обнимая меня. Все кричали «Ура!» — Мы вас так не отпустим! Пусть это будет противно спортивным правилам, но вы перед отъездом получите тот, что заслужили. Он взял со стола, накрытого зеленым сукном, почетный кубок и жетон и, передав все это мне, сказал речь Дорогой президент и победитель, в здоровом теле здоровая душа, мы замечаем вас и то, и другое. Вы сильны, мужественны и скромны. Сегодняшний ваш подвиг будет жить в наших сердцах, как еще один крупный шаг в завоевании бурной морской стихии. Вы первый. Получите же эти скромные знаки, которые должны и впредь поддержать вас дух благородного соревнования. Ура! Я взял призы и сунул их в карман, рассуждая мысленно так. Ну, как бы то ни было, но ведь я пришел первым. А раз я пришел первым, то было бы странно отказываться от радушия и доброты мерикервинских спортсменов. По справедливости я бы должен был получить и второй приз, так как могу считаться и вторым. Но уж бог с ними. Сопровождаемый криками, овациями и поцелуями, я вскочил в яхту и, распустив паруса, понесся обратно. Американские спортсмены и граждане уселись на скамейках, расположенных на досках пристани, спустили ноги к самой воде и принялись терпеливо ждать моих соперников, поглядывая выжидательно на широкое пустынное море. Если бы кому-нибудь из читателей пришлось попасть на побережье Балтийского моря, набрести на кучу домишек, именуемую Мерикерви, и увидеть сидящих на пристани в выжидательной позе членов Мерикервинского общества спорта и содействия физическому развитию, пусть он им скажет, что они ждут понапрасну. Пусть лучше идут домой и займутся своими делами. А то что ж так сидеть-то?